Приветствую вас, подписчики моего канала. Сегодня у нас очередной обзор ICO проекта. На этот раз нам в руки попалась социальная сеть на блокчейн. Да-да, очередная. Давайте посмотрим, чем она отличается от остальных. Название проекта InRating. В данном обзоре мы поговорим о том, в чем заключается идея проекта и его ключевые моменты. А в последующих двух мы узнаем о его особенностях, возможностях и преимуществах, которые выделяют InRating среди остальных социальных сетей. Создатели проекта InRating запускают его с целью создания такой социальной сети, в которой бы учитывали все изъяны остальных платформ, чтобы создать по-настоящему совершенную соцсеть или, по крайней мере, приближенную к идеалу. В связи с этим задача основателей проекта в том, чтобы предоставить своим пользователям максимальный объем возможностей для использования платформы в качестве социальной сети. Частично функционал InRating будет реализован за счет использования технологии блокчейн. Так она будет эффективно применена во внутреннем криптовалютном кошельке и токенах проекта, а также в процессе формирования рейтинга пользователей и голосований. Но об этом и двух особенностях платформы будет разговор в следующих обзорах. Кроме этого, социальная сеть InRating рассчитана не только на частных пользователей, но и на корпоративных, то есть предпринимателей и владельцев бизнесов. В связи с этим участники платформы имеют возможность создавать как персональный, так и коммерческий аккаунт. Эта особенность InRating связана с тем, что социальная сеть будет частично выполнять функции рекламной площадки, позволяющей своим клиентам рекламировать свои услуги и товары на ее рекламном пространстве. Таким образом, InRating станет и совершенной социальной сетью, и рекламной платформой. Социальная сеть будет доступна в качестве мобильных приложений для iOS и Android, а также для версии на ПК. Кроме этого, на фоне популярности и тенденции на создание социальных сетей медиаформата, в которых главный упор делается на визуальный контент, InRating войдет именно в такую категорию социальных сетей. Как вы видите, у проекта уже есть бета-версия приложения. Рейтинг, за счет которого можно будет получать токены, голосование путем токенов. Итак, как его можно скачать? Версия для Android. Поговорим немножко о токене. У проекта будет два токена. Выпускается одновременно две монеты в рамках одного проекта. Это достаточно распространенная практика, хоть и не такая частая. Платформа InRating станет именно такой, поэтому во время проекта будет выпущено две криптовалюты. Это InCoin и InToken. Что же такое это за токены? InToken – это токен, который будет использоваться во время ICO для продажи и привлечения средств на реализацию проекта. В дальнейшем каждый владелец токена сможет в пропорциональном объеме получить монеты InCoin, количество которых рассчитывается на основе прибыли за рекламу за предыдущий месяц. Монета InCoin внутренняя и будет использоваться участниками платформы для оплаты отдельных услуг платформы, в том числе рекламных публикаций, премиум-аккаунтов и других сервисов. Монеты можно получать тремя способами. Либо приобретать во внутреннем магазине платформы, либо заработать за заполнение информации о профиле с целью аутентификации, либо в качестве вознаграждения за попадание в топ-рейтинг. Уже сейчас вы можете зарегистрироваться на платформе и получить около 10 долларов за заполнение профиля. Давайте пробежимся по сайту и будем немножко заканчивать наш обзор. Как вы можете видеть, половина идет на токенов выпущенных, 32 миллиона на баунти. Следующая большая часть уходит инвесторам. Чуть немножко покупает, получит команду. А, баунти вот, красная, прошу прощения. Это прикуика. Фаундеры – это основатели. Да, я немножко запутался, простите. Roadmap, как мы можем видеть, вплоть до 2019 года. И хотят привлечь миллион пользователей и организовать свой первый музыкальный фестиваль. Что ж, команда проекта, увы, безликая по большей части. В следующих части обзора проекта InRating мы начнем разговор о отдельных возможностях и особенностях социальной сети, в том числе о системе рейтинга,
возможности монетизации аккаунта и мультиязычности платформы. Я благодарю вас за внимание. Оставайтесь со мной на канале. Вас ждет еще очень много интересного. До свидания.